Сейчас будем устанавливать систему очистки воды и Spring от компании Amway с основным краном. Добрый вечер, кстати. Чуть не забыл. Сейчас мы посмотрим, с чего она состоит. Это упаковочка. Тут у нас документация, инструкция, как устанавливать. Все вместе. Чек об оплате, заказ. Здесь у нас блок питания. Это у нас такая добротная упаковка очень. Ну, это же Amway. Никогда не видели у них плохую упаковку. Здесь у нас три трубочки и установка на раковину. У кого нету дырки, второй придется просверлить. Здесь у нас кран, который потом вставляется вот сюда. Дальше что у нас здесь? Здесь у нас вообще, что такое фильтр, что из чего сделан. Тактико-технические характеристики. Здесь на русском и на украинском. Заказывалось это в Украине. Так, это у нас... Ага, это переходничок. Такой переходничок. Кстати, таким прикольно. Тут даже на резьбе пластик такой, типа пробки, закручен. Он для того, чтобы потом подсоединить к системе водопровода внизу под раковиной. И сам фильтр, вернее, грубо. Система очистки воды. Фильтр — это слишком просто. Регистрация системы через интернет для того, чтобы получать обслуживание через интернет. Больше ничего нет. А для все выглядит. Распакуем. И вытащим саму систему очистки. Сломалась палка для селфи, а штатив не подключить. Уже не хочу, уже каждый день без воды. Подобен смерти. Вот. Это у нас вот так вот выглядит система очистки. Таким вот образом электронный модуль. И сам... Сейчас пойдем посмотрим, что у нас с раковиной нашей приспособлено или нет. Так, вот у нас такая раковина. Значит, для установки мне понадобилось просверлить дырочку вот здесь. Я воспользовался вот таким вот корончатым сверлом 35 миллиметров. Вот. И получилось очень даже шикарная дырочка. Здесь сделал переходничок. Вот такой. И кранчик для перекрытия. Это у меня на стиральную машинку. А это здесь. Такой вот накрутил еще один. Не течет нигде ничего. Все отлично. Кран должен быть хороший. Лучше брать хороший. Чтобы не было потом неприятностей с водопроводом. Так, теперь мы, ну, я начну установку. Перенес все на кухню. Значит, в первую очередь мы установим вот этот вот краник. Вот туда, вот, вот дырочку. И вот в эту вот. Вот сейчас я этим и займусь. Значит, вот это вот отключивается. Штука такая. Вместе с вот этой металлической шайбой. Снимается. Вот
Вот это ставится сверху. Сейчас я сделаю и возобновлю видео. Вот таким вот образом он выглядит. Что тут у нас получилось? Да, вот закрутили все. Шланги пошли сюда. Значит, дальше что мы делаем? Теперь мы берем этот краник, открываем его и вставляем его вот сюда. Ой-ой-ой. Вот сюда вставляем. Оп, чик. Аккуратненько закручиваем вот эту штучку. Оп, чик, закрутили. Все, вот таким вот образом стоит у нас готовый кранчик. Теперь мы будем монтировать снизу систему. Красная пойдет вот сюда, а эти две пойдут на систему. Для этого мы берем вот эту штучку, откручиваем и здесь уже с прокладочкой наворачиваем ее вот сюда. А вот эту вот вставляем на красный. Таким вот образом. Теперь мы красный вставляем на вот эту штучку. Одной рукой неудобно. Но ничего. Сейчас вставлю, потом покажу. Так, насадил. Теперь этот закрутим. Вот, все одной рукой можно делать. Вот так. Готово. Сейчас проверяем. Ничего нигде не протекает. Все ровно, все четко. Вот я спрятал здесь его под низ. Вот он пошел сюда. Почти что его даже и не видно. Теперь будем устанавливать эти два шланга на фильтр. Так, снимаем крышку. Кстати, в инструкции все очень подробно расписано, как что ставить, сколько, куда, чего. Снимаем электронный модуль. Здесь у нас есть два отверстия. Один тонкий, другой толстый. И эти два шланга тоже. Один тонкий, другой толстый. Ну и, соответственно, все очень просто. Берем тонкие, вставляем до упора. Опа, до упора главное. Там есть люфт, который нужно пройти. Чтобы этого люфта не было. Готовченко. Теперь можем ставить модуль обратно, электронный. Раз, установили. Берем блок питания. И насаживаем его вот таким вот образом. Подсоединяем систему к электропитанию. И здесь пазик. Вот так. Все четко. Заметьте, все делаю одной рукой. Теперь мы берем эту крышечку. И крышечкой закрываем. Все, защелкнулось. Так, сюда я поставлю какую-то коробочку. Вот пока. Я потом сделаю полочку хорошую для него. Где-то здесь вот он будет у меня аккуратненько стоять. А пока здесь поставлю его сюда. Вот таким вот образом. Так, сейчас я установлю. Ну вот, все, я его установил. Вот таким вот образом он пока будет стоять. Вот так это выглядит. Где-то так. Шикарно получилось. Трубочки прямо по стенке пошли, то есть практически их даже ничего не топорщится нигде. Так, теперь берем блок питания. У меня розетка есть вот здесь, вот метр слева, я туда потом воткну. А пока для скорости, сейчас мы воткнем его вот сюда. Загорелся. Все, здесь показывает, что 100%. Сейчас включим. И проверим, как он работает. А, кран открыть. Ё-моё. Есть контакт.
Открываем. Фильтр пошел наполняться. Сейчас он наполнится. Тот угольный фильтр, который есть внутри, пропитается. Все. Пошла. Сейчас отсюда пойдет. Давай, давай. Все, пошла. Вот такая вот черная водичка. Угольный фильтр, который находится внутри, пропускает через себя воду, очищает ее. И вот где-то, ну, с минуту, полторы, вот пока здесь все не застаканится, пока водичка не будет прозрачная, вот она должна течь. Пауза. Ну вот, прошло где-то минута полторы-две, точно не засекал. Водичка исключительно прозрачная. Сейчас мы нальем. Шикарная. Прелесть. Кайф сразу чувствуется. Вот так мы поставили систему очистки воды Виспринг. На самом деле все очень просто. Если бы была бы раковина, и я бы не снимал видео, и раковина была бы с дырочкой, вот здесь не надо было бы просверливать, то заняло бы у меня это не больше 20 минут. Поэтому удобство на высочайшем уровне. Закрываем воду. Оп. Перестало капать. Все. Пользуемся и рекомендуем вам. Кто хочет быть здоров, милости просим. Пить чистейшую воду. Даже иногда не верится, что настолько мощная, настолько эффективная система очистки воды, настолько проста в обращении. Не верится даже. Всего доброго и хорошего вам настроения.